делая добрые дела, а именно помогая тем, кто так нуждается в нашей помощи, любви и заботе, ты и сам чувствуешь себя немножечко лучше, ведь ты исполняешь одну из важных библейских заповедей. Провести день рождения не только с радостью, но и с пользой пригласила всех желающих служитель КЕМа Татьяна Илеева. Она устроила благотворительную вечеринку «Не просто день рождения» – помощь женщинам с детьми, проходящим реабилитацию в центре «Точка опоры». Девиз вечера был «Поздравляя, помогай». Так вместо обычных подарков гости жертвовали деньги на развитие центра реабилитации. Волонтеры «Точки опоры» мечтают о поселке, где женщины смогут жить, работать и восстанавливаться после сложных жизненных обстоятельств, а дети – не быть сиротами при живых родителях. Гости вечера приближали эту мечту вместе, да еще и в атмосфере семейной радости, живой музыки и уюта. Я верю в такой закон сеяния и жатвы, что если мы сеем что-то хорошее, доброе, то мы обязательно пожнем. И всегда, на самом деле, более блаженно отдавать, чем принимать. Я верю, что мы сегодня отдали вот свое время, улыбки, участие, какие-то материальные, может быть, ценности. Но взамен этому мы приобрели очень много. Я очень рад и вообще растроган тем, что я принял участие в таком мероприятии и смог хоть, ну, каким-то образом помочь этим прекрасным людям. Естественно, мы сюда шли, потому что мы знали цель этой благотворительной встречи.